ситуация в стране сильно изменилась. Я уже говорил, что за 2 года сознание народа сильно перестроилось. И в этом огромное значение вас, наших сторонников демократических выборов Казахстана. Потому что вы сидите в социальных сетях, пишете свои комментарии. У вас есть друзья и знакомые. Обязательно десятки ваших знакомых, родственников и так далее слышат вашу позицию. И уже никого не обмануть, что он Нурсултан хороший, что он отец нации. Мы все знаем, что это коррупционер, что это глава мафиозного режима, что это убийца своего народа, человек, лично укравший у нашей страны минимум 200 миллиардов долларов США. Весь список Forbes – это его подставные люди, и все богатства страны принадлежат Нурсултану Назарбаеву. Это все теперь знают. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.